а что делать с прошлым? Вот он давит, и как-то, например, развод, неудачный брак, отношения, дети. Да, грустная история, но я радуюсь, когда слышу ваш голос, потому что вы серьезны. Вот что важно. Спасибо. Ошибки прошлого можно очистить. Это не так сложно. Духовная практика очищает от всей прошлой кармы. Это не проблема. Нет такого количества греха, которое нельзя очистить, говорится в ведах.